Лежу на диване, удобно, приятно, смотрю телевизор, и все мне понятно. Другие придумали мне показать. Не надо ни думать, ни воображать. Но мама сказала, ты видишь чужое, занятие это считают пустое, а с книгой полезнее время твое. Не то чужое, а видишь свое. На смертном пути сам себе режиссер, художник, артист, музыкант, каскадер. Когда интересную книгу читаешь, ты с писателем вместе свой мир сочиняешь. Ты воин, герой, ты спаситель миров, ты храбрый комарик со всех пауков. И сказка, и были, мгновение, и вечность. Над книжной страницей летит бесконечность. Сказала когда-то мне мама сама, что книги читать – это пища ума. Твой ум развивается в воображении, и чтение лучше в мире учения.